узнать о правилах поступления или окончательно убедиться в правильности своего выбора, на день открытых дверей филиала МГИМО пришли абитуриенты, школьники и их родители. Времени на раздумья у первых остается совсем мало. ЕГЭ на носу. В Одинцовском филиале ведущего вуза страны есть факультеты, которые работают сразу на нескольких площадках, в том числе и в Москве. Международно-правовой, Институт энергетической политики и дипломатии, управления и политики. Есть факультеты, которые как бы обособленно не работают на этой площадке. Вот сейчас они выходят у нас на узбекскую площадку. Это факультет финансовой экономики, им руководит Ольга Николаевна Склюева. И факультет лингвистики и межкультурной коммуникации Валентина Александровна Иконникова руководит этим факультетом. На факультете лингвистики, который работает исключительно в Одинцовском филиале МГИМО, учатся будущие переводчики. Международное право, мировая экономика и менеджмент. Полученный объем знаний позволит им стать специалистами в области межкультурной коммуникации. Этот опыт уникален не только для России, но и для зарубежных учебных заведений. Мы сейчас уже являемся, так сказать, предметом внимания со стороны ведущих европейских вузов, которые также готовят специалистов по лингвистике, межкультурным коммуникациям. То есть у нас уже по этому факультету идет определенная интернационализация. Чтобы поступить в МГИМО, абитуриентам придется потрудиться. Набор на программу Одинцовского филиала составляет 25 человек. Желающих учиться здесь гораздо больше. Пока для поступления достаточно только хороших результатов ЕГЭ. В следующем году к ним добавятся дополнительные испытания. Впрочем, в вузе действует вертикально интегрированная система, которая начинается с колледжа и лицея. О поступлении в них также рассказали на дне открытых дверей. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».